первая моя награда. Это было 29 апреля 1944 года. Полк обескровлен и перешел к обороне в лесисто-болотистой местности западнее города Демидов. Немцы ходили по болотам к нам, и наши разведчики ходили по болотам. Утром 29 числа не стало связи. Я послал одного, нету. Послал второго, нету. А больше послать некого. Я говорю начальнику штаба, ладно, иди сам. Я никогда не бежал по проводу. Вот бегут и держат за провод. Я, если кустарник, я согнувшись, оббегаю метров там 20-30, потом вперед, потом опять к этому проводу. И вот так я несколько раз совершил маневр. Почти уже к первой траншее добрался. Слышу, быстро делаю. Ну, думаю, наш солдат сидит в траншеи. Значит, это немец, наверное. Снял карабин, прицелился по темному месту, выстрелил. Свалился человек, подхожу, а этот немецкий снайпер со снайперской винтовкой. Ну, я позвонил, соединил провод, позвонил начальник штаба, а он мне говорит, а он на рассвете перестрелял 22 сапера, которые ставили противопехотные осколочные мины между первой и второй траншеями, и троих старшин, которые солдаты несли питание к этому, первые на рассвете несли, он всех перестрелял, а я его убил.